Усадьба в Кинешме – один из самых красивых и в то же время мистических объектов в маршруте губернатора за последние месяцы. Особняк фабриканта Севрюгова начала 20 века с видом на Волгу, выполнен в стиле модерн. Снаружи дом сильно осыпался, состояние внутри тоже плачевное, хотя многое, вплоть до мебели, сохранилось. В 2016 году была разработана проектно-сметная документация на проведение реставрационных работ. В том же году особняк был передан в муниципальную собственность. Станислав Воскресенский пояснил, если усадьбу вернут к жизни, то она будет доступна для граждан. Что там разместить, дом детского творчества или что-то другое, решат вместе с кинешемцами. Мы обсуждаем планы восстановления. Вы знаете, я не люблю говорить, пока нет решений конкретных, но есть скорее там наметки. Один из инвесторов территории опережающего развития, которая в Наволках, напомню вам, было принято решение специальное представителем правительства о том, что у нас в Кинешемском районе будет вот такая специальная экономическая зона фактически с льготными налогами. И вот один из резидентов, он сейчас рассматривает варианты ее реконструкции. Вот мы эти варианты сейчас обсуждаем. Нам главное, что, чтобы жители области могли со временем ей воспользоваться, посмотреть и восстановить, ей надо придать первоначальный вид.